Ну, это всегда тяжело играть на выезде, тем более Казань сильный соперник. Ну, ожидали, что будет сложно, хотели выиграть, старались, но тяжело было это сделать все три встречи. Какие-то свои вещи, которые, в принципе, были неплохие, которые надо исправлять и исправим. Установка главного тренера в первую очередь выполнять все, что нужно, все, что говорят. И при помощи болельщиков, разумеется, должны выиграть. Настрой боевой, только на победу. Приглашаем всех болельщиков завтра на матч поддержать команду. Мы очень ждем вашей поддержки, это нам помогает.